Ну что, всем здрасте, с вами Настя. Выходные пролетели, свадьба была у друзей. Погуляли, пошумели. Я на питании держалась как могла, если честно. Но свинина у меня зашла душевно. В шашлыке. Ну, плюс немножечко шампанского. Вот. Пора худеть, в общем, дальше продолжать. Вот это назовем, это был читмил у меня выходные. Продолжать. В общем, на обед у меня будет салат из помидора, сезонных яблок, половинка перца болгарского, отварное филе куры, листья салата забираем йогуртом. Поехали. Так, листья салата просто порвали. Люблю много листьев. Помидорка. Нарезаем. Помидорка. Тут помялся уже помидорка у меня. Уберу лишнее. Мягкую. Помидорку нарезаем кубиками. Ну, как получится. Какими-нибудь такими кубиками. Яблоки сезонные также нарезаем. Яблоки у нас кубиками. Туда же отправляем половинку болгарского. Отварили грудку. Сейчас ее тоже мелко нарезаем. И все добавляем. Немножечко посолим. Я люблю еще поперчить. Поперчили. И заправляем гречным йогуртом. Ну, конечно, как я могу не обляться-то? Так, и все. Перемуслякиваем. Перемужмякиваем. Что-то вываливается у нас. Ничего страшного. Это я готовлю не на одну себя. Мы худеем вместе с мужем. Поэтому я готовлю все время на двоих. Пополам. Ну, просто весь рецепт я умножаю на два. Делаю. Ну, как правило, потом, когда я раскладываю в контейнер, ему я накладываю чуть больше. Себе поменьше. Приятного аппетита!